немного вкусной здоровой пищи. Сейчас я буду есть икру минтай. Чтобы вкусно съесть икру минтай, надо на такой вот хлебушек положить вот такой икорки. Так. Кладем. Мне всегда говорили, что я очень аппетитно ем. Все, кто меня видит, сразу хотят есть. Поэтому вам, кто сидит на диете, посвящается этот пост. Икра минтая. Вот, смотрите, какая. Ой, вкусная. Отправляется в рот. Прелесть. Сергей Лазарев. Привет всем. Маркул. Всем привет. Та-та-та-та-та-та. А ты будешь читать рэп? Конечно. Тут предпочтительнее оставаться зрителем. Это не остановить, я вспоминаю про родителей. За мое сердце на поражение. Так. Ой, извините. Артисту плохо. Если бы мне его включили на Новый год, я бы на мандарины не смог больше никогда в жизни смотреть и попросил разбудить меня в 23-м. Жги. Спасибо. Ну что, Серег, дальше? Ой, да. Друзья, желаю всем счастья. И слушайте хорошую музыку, улыбайтесь чаще. Праздник!